готовиться к отплытию! Полный вперед! Добро пожаловать в Нетла! Главная цель работы над Пэном — создание невероятно захватывающего мира. Так что мы отправим зрителей в яркое фантастическое путешествие. А в 3D этот эффект погружения будет только усилен. Джо хотел использовать 3D, чтобы сделать все более привлекательным для детей. И мы всегда искали возможность использовать 3D, чтобы лучше рассказать историю и добавить выразительности фильму. Подъем, подъем! Проснись и бой! Я думаю, что 3D уместно, когда стоит задача перенести вас в вымышленный мир. И по задумке Джо, при создании этого мира мы должны выразить его в 3D, не только с зеленым экраном. Здесь вас ждут такие же сироты, как вы, со всех уголков мира, всех рас. Здесь ваш дом. Для 3D нужна многоплановость, и наши декорации были специально созданы, чтобы передать эти внутренние эмоциональные впечатления. Пэн — самый храбрый воин племени. Я хотел создать мир, где пространство постоянно меняется. Ты умеешь управлять? А что, это сложно? Я хотел создать суперреалистичный мир. В фильме множество сцен, где корабль взмывает вверх и парит в небесах, и там столько всего необычного, чего вы еще никогда не видели. Пэн — это удивительный мир, и мы можем делать там, что захотим. Нет реальности, за которую надо держаться. Нас преследовали костеклювы и крокодилы. Было особенно здорово выразить все это в 3D. Чтоб я сдох! Бой на батутах будет изумительно смотреться в 3D. Будет здорово. Почему ты так хочешь убраться отсюда? Нельзя придумать лучшие основы для 3D, чем Нетландия. Какого бы вы ни были возраста, Пен пробудит в вас ребенка. Путешествие в Нетландию.